Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте, что у вас нового в жизни произошло? Свадьба у друга скоро будет. Я в этом году закончила институт с красным дипломом. Я перешла в 8 класс. Мы приехали на экскурсию в Саратов, нам очень нравится ваш город. Я поступаю в СГУ по профессии программист. Я в этом году закончил школу, поступаю в юридическую академию. Мы с племянницей направляемся в музей, планируем посетить выставку.